Сотрудниками ООО ПАС ГУ МВД России по Саратовской области совместно с коллегами из МУ МВД России «Энгельская» на территории одного из рынков «Энгельса» выявлен факт реализации спиртосодержащей продукции различных наименований без соответствующих документов. Из незаконного оборота полицейские изъяли 7782 бутылки спиртосодержащей жидкости емкостью 0,1, 0,3 литра, 1,5 литра и 5 литров. Образцы изъятой алкогольной продукции направлены на исследование. Возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 14.6 КУАП Российской Федерации. С 12 по 21 декабря проверено более 1500 объектов торговли. В ходе проверок задокументировано 3 материала по признакам преступлений, связанных с изготовлением, сбытом поддельных марок акцизного сбора и производством, приобретением, хранением, перевозкой и сбытом немаркированных товаров. Пресечено 384 административных правонарушения. Из незаконного оборота изъято свыше 27 тысяч литров алкогольной продукции. Не забывайте, что отравление суррогатами алкоголя может нанести непоправимый вред здоровью, а в некоторых случаях привести к летальному исходу. Поэтому в случае отравления необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Если же вам стало известно о случаях нелегального изготовления и реализации в алкогольной продукции, незамедлительно сообщите об этом в ближайший отдел полиции или по телефону 02 с мобильного 102. Юлия Ермакова, Анатолий Чернов, «Вести», дежурная часть, Саратов.